Рецепт недели на этот раз – перевернутый апельсиновый пирог в мультиварке. Нам понадобятся апельсин и лимон, готовая смесь для блинов, сахар, крем-сыр, яйца, топленое масло. Апельсин превратить в тонкие кружочки, лимон разрезать пополам и отложить в сторону. В большой миске смешать крем-сыр и сахар. Добавить яйца и взбить венчиком. Влить топленое масло, еще немного помешать. Натереть цедру половины апельсина. Выдавить лимонный сок. Взбить. Добавить смесь для блинов и перемешать все до однородной массы. Смазать форму мультиварки топленым маслом. Посыпать сахаром. Выложить кружочки апельсина на дно формы и залить тестом. Разровнять поверхность лопаткой или ложкой. Запекать 40 минут в режиме выпечка. Достать форму из мультиварки, накрыть ее тарелкой и перевернуть. Красивый и вкусный пирог готов. Можно посыпать сахарной пудрой и есть. Приятного аппетита желаем вам мы и кондитер Моника Шарма.